много, я считаю, удалялись и опять слабо начали игру. Вот. Потом, слава богу, вкатились, отыграли, выиграли. Вот. Поэтому, наверное, это все комментарии. Выиграли все три периода. Насколько это важно было для команды? Ну, я же говорю, нам нельзя слабо начинать первый период. У нас последние игры, наверное, именно начало и концовка самые игры были, наверное, наши проблемы. Сегодня, наверное, удалось с этим, с концовкой справиться, а начало опять провалили. А сегодня в большинстве достаточно удачно сыграли. Первый гол там вроде как не засчитали, что он забит в большинстве, но все-таки вот две шайбы при розыгрыше лишнего удалось забить. За счет чего, в чем добавили здесь? Да, ну, мы сегодня первый раз играли в сезоне, и таким сочетанием в большинстве, не знаю, где-то, может быть, повезло, может быть, где-то прочувствовали друг друга. Тяжело говорить что-то, потому что, повторяюсь, первый раз играли. Да. А второй день подряд играл Салават Юлаев. Насколько это тяжело в физическом плане, как себя чувствует? Слушайте, я наоборот, если там, ну, за себя говорить, мне сегодня как-то даже было легче, чем вчера именно физически, поэтому, не знаю, думаю, сегодня проблем не было, никто не жаловался, наверное, все себя нормально чувствовали. Ну, вообще, по статистике, команда перебегала сегодня трактор, это на эмоциях вот так? Да, ну, нет, ну, с трактором пришлось много кататься, что значит перебегали. Перебегать тяжело сейчас кого-то вообще у нас, все бегают очень быстро. Вот, мы, наверное, переиграли где-то, а не перебегли. We'll be right back.